Леонидом два товарища, автор Агния Барто, художественный руководитель Дарья Сергеевна Киселева. Поддержим нашего гостя! Хорошо сидит. В Литейном два товарища, друзья из Шарташа, глазам своим не верили. В печах пылала пламенем багровая заря. На мостике два мастера, как два богатыря. Лилась струя гремящая в огромный зев ковша. Смотрели два товарища, стояли не дыша. Ребята коренастые и оба силачи. Они недаром выбрали работу у печи. С тяжелыми лопатами справлялись с первых дней. Слова замысловатые давались им трудней. Они, как в классе школьники, твердили по утрам: иридий, никель, ферротитан, вольфрам. А вечером подручные два друга неразлучные, два брата-крепыша. Идут домой довольные, шагают не спеша. Сказать пора!